Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книга Левит, 18 глава, 22 стих, мы зададимся вопросом, почему запрещаются гомосексуальные отношения. Сначала прочитаем этот запрет. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». До сих пор ученые и теологи спорят о происхождении этого греха. Одни настаивают на том, что это врожденное чувство, которое присутствует в человеке, может присутствовать в человеке от его рождения, а другие придерживаются того, что это приобретенное чувство, приобретенный порок, который в результате некой разнузданности, нравственной, моральной, он проникает в жизнь человека. В Священном Писании говорится о происхождении этого греха. И мы читаем с вами послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 1 глава, с 21 по 28 стих. «Но как они, познав Бога», то есть познав Бога как Творца и Хозяина этого мира, все язычники знали, что есть Творец и Хозяин мира, «но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Итак, мы видим и убеждаемся, что действительно, кого Бог хочет наказать, Он лишает разума. И эти люди оказались преданы превратному уму, потому что вместо Бога они почитали и служили твари вместо Творца. Это явление часто распространяется при тоталитарных военно-политических режимах, когда есть культ там, фюрера, правителя, и создается культ личности этого деспота, то это преступление, оно усиливается. Оно усиливается и распространяется. Всегда, когда на место Бога мы ставим тварь, может произойти то, что может быть названо превратным умом. Поэтому ложное понимание даже церковной иерархии или доминирующий в семье отец или мать, которые слишком подавляют другого супруга или супругу,
Все это может спровоцировать в детях и в них самих, даже в родителях, подобное чувство. И мы видим, что апостол Павел в этом отрывке на первое место поставил женский гомосексуализм, а потом мужской. И на самом деле те, которые часто исповедуют людей, знают, что женский гомосексуализм, он чаще распространен, и он считается менее скандальным, чем мужской, но это тоже проблема. Бог, создав мужчину, сказал, плохо ему быть одному. Сотворим для него помощницу, соответственно, ему. И когда Адам был усыплен, Бог вынул одно из ребер его, закрыл это место плотью и создает для Адама жену, праматерь нашу Еву. Таким образом, из сотворенного мира убирается последнее плохое. Ибо когда Бог творит мир, Он говорит «хорошо, хорошо, хорошо, весьма хорошо». И только во второй главе книги «Бытия» Господь говорит «нехорошо», то есть «плохо быть человеку одному». И когда для мужчины творится жена, гармония входит в этот мир. Поэтому, когда люди идут другим путем, вопреки первозданной природе, то это есть как бы преступление против этого хорошего, что Господь предложил для нас и сделал для нас. Возможно ли исцеление от подобной ситуации? Конечно, да. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 9-11 стих, с 9 по 11 стих, апостол Павел пишет. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, малакии – это пассивные гомосексуалисты, ни мужеложники – это активные гомосексуалисты, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследует». И далее. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». В настоящее время мы часто слышим, как церковь обвиняют в гомофобии, в каких-то страхах по отношению к однополым отношениям, в том, что мы чуть ли не преследуем подобных людей, но это наговоры на церковь. Кстати, в восточном христианстве всегда более мягко относились к любым преступлениям, даже к подобному греху. И в основах социальной концепции Русской Православной Церкви Московского Патриархата черным по белому записано: «Дискуссия о положении так называемых сексуальных меньшинств в современном обществе клонится к признанию гомосексуализма не половым извращением, но лишь одной из сексуальных ориентаций, имеющих равное право на публичное проявление и уважение. Утверждается также, что гомосексуальное влечение обусловлено индивидуальной природной предрасположенностью. Православная церковь исходит из неизменного убеждения, что богоустановленный брачный союз мужчины и женщины не может быть сопоставлен
с извращенными проявлениями сексуальности. Она, то есть церковь, считает гомосексуализм греховным повреждением человеческой природы, которое преодолевается в духовном усилии, ведущем к исцелению и личному возрастанию человека. Гомосексуальные устремления, как и другие страсти, терзающие падшего человека, врачуются таинствами. То есть церковь не отказывает этим людям в таинствах. Молитвой, постом, покаянием, чтением Священного Писания и святоотеческих творений, а также христианским общением с верующими людьми. Церковь не отказывает им и в общении с верующими людьми, готовыми оказать духовную поддержку. Конец цитаты. Таким образом, церковь готова протягивать руку помощи каждому кающемуся, кто осознает свои проблемы и кто прежде всего борется с теми пороками и страстями, которые одолевают его самого. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один сложный момент, трудный момент для понимания в Священном Писании. И подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.